Мы приветствуем всех на нашем канале. А вообще, я сейчас нахожусь в охотничьем домике Майкла. Это один из его бизнесов. Сегодня я ему помогаю. Лев тоже ему помогает, он где-то там работает. Мы сейчас, правда, в город поедем, но когда приедем, я все покажу. We will go right now? 5 minutes. Окей. Бочка – это еда для медведей. Перед тем, как начнется сезон охоты на медведей, их нужно будет прикормить. Майкл будет их открывать, кормить медведей. Привет, Лев! Как работа? Вот, через силу, давай. Кстати, там один из вездеходов, на котором у меня было свидание с Майклом. Это работник Майкла. Работает вместе с ним. Идет приготовление к охотничьему сезону, который начнется 4 сентября, по-моему. Потом будет небольшой перерыв, потом снова будет охотничий сезон, только уже на других животных. Там домики в этом трейлере, там вон печка есть, там помощники Майкла живут. А в этом домике живут охотники, туристы, люди, которые приезжают поохотиться, то есть они платят деньги и им помогают всем делом. На самом деле здесь много всего интересного. А это наш трейлер, в котором мы отдыхали. Здесь мы осенью, зиму будем ночевать. Я тебе приготовлю сладости. Сладости? А ты попробовал? Я что, дурной? С мишками. Угу. Съешь и в медведя превратишься. И просрешься. Это отходы мы. Еще мам питаться будет зимой. О, так это же этот, как его? Резкий хрень какая-то. Это, ну-ка, смотри, это похоже на торт-муравейник. Нифига, это все в бочках. Торт-муравейник повсюду? Не все, там печеньки. Нифига, да, я сюда пойду жить, здесь. Это отходы, это пищевые отходы. Я понимаю, но как вкусно пахнет. Ну, если хочешь в туалете жить. Почему? Это пищевые отходы. Мы приехали в какой-то лес, и меня кинули туда дна, мы куда туда ушли. Что-то там какие-то деревья брать, или что-то я ничего не знаю. Все это, если здесь ягода. Есть какие-то колючки вот такие вот. Насекомые всякие. А нет, вот ягоды есть. Это, по-моему, что у нас? Черника или земляника, не знаю, как называется. Красненькая речка, ну или какая-то, не знаю, лужа какая-то посреди деревьев, может, речка, просто маленькая. Орешки можете съесть, интересные орешки. Как они называются? Какая грязища тут. Мама дала мне лесной орех. И я еще не знаю, что это такое. Как его открывать? Надо его открыть. Как его открывать? Ну, слушай, надо снимать, я поговорю. Мам, дверь мне открывает. Прошу, пожалуйста, Ваше Величество. Hello. Ты да, работай. Лев у нас работал сегодня. Что, много травм? Холодно, вы что, мне ничего не взяли? Мы не из дома. Мы тебе взяли перчатки. Работай. А, у Майкла для тебя подарки. Ножик, там, ножик, лоб.
был. Клей. Глобс. Перчатки. Короче, пойдем. Мешки с мусором. Они там мешки с мусором. Подарки. Перчатки и мешки с мусором будешь смотреть. Дочь, как ты думаешь, это что? Лыжи какие-то. Да, это ходить по снегу специальные. На ботинки одеваешь. Это награды памятные. Он у нас победитель. Майкл. А, как его называть? Рейсинг. Гонки. В общем, здесь охотники собираются. И пьют. Охотятся, потом собираются. И пьют, они и едят. Едят, и потом... И потом спят штабелями там, наверху комната. Так иди наверх там и клонит. Олени такие мягкие, милые. И даже он ресницы есть. Рыбы всякие большие. Это самое... Это очень большая рыба. Я такое увидела, не знаю, убежала. Мой любимчик. Такой маленький, такой миленький. Чей-то череп. Блок, наверное, лисы. Перышки. Прикольно, я хочу тоже себе такого домой. Только живого. Чтобы бегать по моему дому, раскидывал свою шерсть.